19 июля во всех исправительных учреждениях Смоленской области прошел шахматный турнир. 6 колоний и 2 следственных изолятора, а это 138 осужденных, встретились по разные стороны шахматной доски. В 5-й колонии Десногорска к турниру готовились 12 человек. Соперники разного уровня, от начинающих до профессионалов, кто-то имеет даже прям именно вот, скажем так, образование в этой игре. А вообще как помогает им эта игра здесь? Во-первых, это, можно так выразиться, повышение самообразования. То есть, игра достаточно, скажем так, интересная. Такие соревнования – часть общероссийской шахматной акции среди осужденных. Подобное мероприятие проводится впервые. Сегодня вот в нашем клубе нашего учреждения состоится турнир одновременной игры. Это первый этап турнира. Затем судейская комиссия выявит лучших игроков в каждом регионе, которые в конце года сыграют между собой в режиме онлайн. Цель мероприятия – это в первую очередь организация полезного досуга для осужденных, а также укрепление дисциплины. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.